не совсем устраивали хозяев. Слишком большую долю приходилось отдавать. Поэтому практически во всех приватизируемых предприятиях была организована дополнительная эмиссия. Были дополнительно выпущены акции приватизированных предприятий, которые обесценили пакеты акций всего трудового коллектива и всех тех, кто вкладывал свои ваучеры. Это была форма воровства. Причем такого не воровства, а грабежа, совершенно открытого, наглого. И тот факт, что дополнительная эмиссия была не запрещена законодательством, вот это, я думаю, что это самое главное преступление правительства товарища Ельцина. Ну, там просто реальные какие-то ресурсы были, какие-то заводы, а здесь как бы никто не... Я говорю о дополнительной эмиссии. Вот биткоин был реальный ресурс. Вот тот биткоин, да, который медленно обрабатывался, он стоил реальных денег. Эти реальные деньги – это интеллектуальная собственность. Капитализировать можно заводы, газеты, пароходы. А можно капитализировать достижения человеческого ума. Да? Вот формулы, которые записал инженер, неважно, компьютерщик, программист, записал формулы. Эти формулы мы приватизировали, получили биткоин. Это была криптовалюта, основанная на приватизации интеллектуальной собственности. Было его колоссальное преимущество. Дополнительная эмиссия биткоина – это попытка обворовать тех людей, которые его придумали. Нет, я думаю, потом здесь не такая схема. Они параллельно как бы существуют, который биткоин, ну, был он и остался, и капитализация у него, по-моему, не упала, не знаю, надо посмотреть. Вот. А этот параллельно существует. А подождите, значит, вы меня дезинформировали, вы мне сказали о том, что можно перевести тот биткоин, который существовал, в кэш-биткоин. Нет, я сказал, вот один был у вас биткоин в кошельке, еще просто появился один биткоин кэш, название у него. Это и есть дополнительная эмиссия. Нет, извините, это дополнительная эмиссия. Нет, две системы, как бы, они параллельно существуют. Они это не вливали туда. А как они могут системы существовать параллельно, если они оперируют одними и теми же ценностями? А, нет, они как бы и торгуются, ну вот где капитализация, вот сейчас я смотрю капитализация, вот я сейчас, можете посмотреть, сейчас я вам пришлю, вот, сейчас, вот, если бы они влезли туда, то понятно, да, что чем-то, а вот сейчас посмотрите, вот, CoinMarketCap. Вот. Биткоин 47 миллиардов. По-моему, у них столько и было. То есть с ним ничего не случилось. Вот. А этот вот на четвертом месте. Биткоин кэш 4 миллиарда. То есть речь идет, что только совпадение в названии, а биткоин у меня сразу автоматически все переводит на русский. То есть это список вот имеющихся криптовалют. Здесь сколько наименований? Это все 100 или еще больше их? Их еще больше. Но у нас интересуют сейчас две, только вот биткоин и биткоин кэш. Меня интересует вообще все. Значит, биткоин — это первая позиция. Четвертая позиция — биткоин кэш, да? Да. Поэтому они как бы, как я понял, они никого не грабили, просто сделали вот этот кэш свой, и кто верит в него, тот вкладывается в него. Ну, там я вижу 19 миллионов. Биткоин? 19 миллионов при падении 30% за последние 24 часа.
Биткоин кэш, вы про него говорите? Нет, 4 капитализация. Капитализация 4 миллиарда. Рыночная капитализация 4 миллиарда, а капитализация биткоина 47 там 47. миллиардов. 47 миллиардов, да? Да. 56 миллионов, Да. да? 47 миллиардов. Капитализация биткоина. Биткоина наличие в 10 раз меньше. Как я понимаю? По количеству вы имеете в виду? Да. А, кэш, да, в 10 раз меньше. Но как вроде он никакого урона самому биткоину-то не нанес. Понятно. То есть, в общем-то, речь идет о том, что они нанесли единственное, что они нанесли урон, воспользовавшись брендом. Ну да, как я понимаю, просто они Какая это часть? создали параллельно криптовалюту еще одну, и вот она вдруг какую-то стоимость стала, капитализацию иметь. А откуда эта капитализация взялась, я не очень понял. Единственное. Вот. Хорошо, а что такое йота? Йота, а где она? Что-то я не вижу. Девятая позиция. А, я бы не читал. Я читал только про Ethereum, Ripple, Litecoin, Ethereum Classic, Dash, а про йоту не читал. Про Monero еще, по-моему, читал. То есть, правильно ли я понимаю, что само по себе появление криптовалют свидетельствует о бесконечной изобретательности людей и свидетельствует о том, что вот эта самая изобретательность порождает ценности, вот материальные ценности, там, где их не было. Они становятся источником каких-то, значит, материальных ценностей. Ну как? Вложения. Вот эти криптовалюты, это непосредственно, что называется, намечтали себе и взяли и сделали. Да, спасибо, Виктор Иванович. Ну как бы да, как я понял, сделали вот, но я не уверен, что можно это вывести, эти 4 миллиарда обменять на доллары. В каком смысле вы не уверены? Вы не уверены в том, что при попытке вывести Ну да. всю эту валюту не упадет? Ну да, по мере того, как люди будут сбрасывать биткоины, менять их на доллары, курсовая стоимость их будет падать. Да, это капитализация это есть, но обменять этих на 4 миллиарда, я думаю, нельзя, этот биткоин кэш. Сразу весь. Ну, вообще, я думаю, и за год не получится обменять. Ну, тут боюсь, что у меня на этот предмет просто недостаточно экономических знаний. Я с трудом себе представляю, как это А, может быть. ну, в общем, сейчас я ничего плохого не вижу. Единственное, я вот нигде не прочитал, получилось ли у них действительно ускорить операции, быстро ли операции проходят в этом биткоин кэш. Если быстро проходят, то и ладно, в общем-то, все нормально, в общем. Понятно. Ну хорошо, спасибо. Я-то на самом деле рассчитывал на то, что мы с вами попробуем записать такую трансляцию, которую можно было бы рассматривать как из полезных для нашей аудитории источников экономической информации. Ну, как Но у меня начальный как бы уровень такой знаний, поэтому каких-то
То деталей глубоких я не знаю. Начальные, я знаю, как. Здесь не в глубине дела, здесь в элементарных каких-то вещах, которые надо людям объяснять, потому что я Элементарно. сильно подозреваю, что большинство тех людей, с которыми мы общаемся, понятия не имеет об этом Ну предмете нет, вообще. начальный элементарный у меня есть. Если людям нужно, ставьте кошелек себе, ну, где нравится. Я на компьютер ставлю. Кошелек бывает облегченный, либо с базой этих хэшей. Ну, там он 10 гигабайт грузит или 20, какое-то время занимает. Но если место есть, можете себе вот этот большой кошелек ставить. Ну, а для начала более облегченный, маленький ставьте. И все, в общем-то. Кошелек какой? Я себе Электрум называется, поставил, портативный. Пускай ставит портативный этот кошелек и как бы и пользуется. Хотя, по мне биткоин не нравится. Я как бы его. Он самый распространенный, но я бы его особо не использовал, потому что, как я читал, что он уже не анонимный. В Америке ловили владельцев кошельков биткоина за какой-то, что 10 тысяч долларов там налогов не заплатили. А называется как будто биткоин там анонимный кошелек. На самом деле он, как я понял, уже не анонимный. Может, ну, большинству людей как бы на это наплевать, но ну, устарел уже, как я понимаю, хоть ему, как он самый распространенный, самый первый, но по сути он уже устарел. Если он не может даже анонимность обеспечить. Обеспечивают другие, ну, как Dash, например. А эфир неплохой тоже криптовалюта, но этот создатель Виталик Бутерин, он встречался здесь, в России, Сколково там с нашими чиновниками, с Путиным и ну, дискредитировал, получается, система. Никакие создатели не встречаются с какими-то там политиками, еще с кем-то. То есть эфир, его можно использовать, и капитализация у него большая, но как бы не серьезно так, когда управляется какой-то группой или каким-то человеком. Ну, то есть по мне эфир это, ну, мне не нравится вот эта криптовалюта эфир. Я бы использовал Dash. По мне самый прогрессивный, потому что, ну, как у них написано, что он обеспечивает анонимность настоящую. В общем, тут как бы каждый себе выбирает, что больше ему нравится. Мне вот нравится больше Dash этот, но все остальные они менее распространенные. Поэтому еще, если какая-то нераспространенная Zcash или Monero, то надо искать, где ее обменять. Хотя много уже обменников я видел. Обменять-то, в общем-то, можно. Только проценты тратятся там по 5%, 6%. Большие проценты. Значит, эфир это то, что здесь в седьмой позиции, да? Эфиром классик А он или во там, второй позиции? он тоже на две части развалился, сейчас скажу. На втором месте и еще на седьмом. И на седьмом. Ну, вот я и говорю, эфир на втором и на седьмом. А значит, в какой мере, да, значит, криптовалюты, предполагается, не должны быть подвержены тем инфляционным процессам, которые связаны с политикой. Отсюда то, что вы сказали. После того, как создатели эфира встречаются в Сколково с руководителями, их добрая, так сказать, репутация должна рушиться, и валюта должна обесцениваться. Тут
показано, что за сутки он